Дорогие болельщики, россияне, очень счастлив с тем, что я имею возможность обращаться к вам сегодня. И хочу вам сказать слова благодарности за то, что вы нас поддерживаете. Нам это очень помогает, нам это необходимо, поэтому поддерживайте нас. А мы сделаем все возможное для того, чтобы радовать вас, для того, чтобы доказывать, что Россия сильна всегда. И надеемся, что в Сочи пройдут блестящие игры, и наши спортсмены покажут самые высокие результаты. Спасибо.